Ну, вы знаете Зеленского. Ну, какая знаю. Там, ну, какая там власть? Ну, посмотрите, Зеленский заявляет, нет никого у наших границ в таком количестве, чтобы было опасно. Вы хотите сказать, что не они принимают решение? Да. И я это знаю не из СМИ, а я знаю, как это делается. Как вы говорите, у нас спецслужбы тоже неплохо работают. Мы это прекрасно знаем, что их к этому толкают. И даже Зеленский, простите меня, первый раз скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести. Он уже начал кричать, нет, нет, войны не будет, войны нет и так далее. Они уже его сейчас в стойло пытаются загнать, чтобы он говорил, что война будет, мы нападем и прочее. Кто будет в этом объединении? Вот как вы видите, вот через, там, скажем, 10-15 лет, кто войдет в это новое объединение? Единой территории безопасности, экономического пространства, перемещения людей. Вы знаете, Беларусь уже там. Думаю, что для Казахстана был хороший урок. Если вы говорите срок 15 там лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок.